7 февраля в 6-е хирургическое отделение БСМП поступила женщина средних лет с диагнозом хроническая болезнь почек 5-й стадии в исходе хронического пиелонефрита. В этот же день пациентке была выполнена трансплантация почки от посмертного донора бригады хирургов. Такая операция прошла впервые в Ульяновске. Пересадка почки от посмертного донора. Она проходила по экстренным показаниям в ночи, поскольку, короче, консервация органа не позволяла ждать до утра и днем, то есть оперировали ночью. Вот. Операция прошла штатно. На данный момент с пациентом все прекрасно. На гемодиализе мать двоих детей, инвалид первой группы, находилась с 2013 года, а болела почками с 7 лет. Операция давала Евгении единственный шанс начать здоровую и счастливую жизнь без каких-либо ограничений, поэтому женщина встала на очередь по пересадке почки. Сложнейшие манипуляции на хирургическом столе длились 4 часа. В итоге операция прошла успешно. Сейчас состояние пациентки стабильное, период реабилитации пройден. Все показатели по биохимическим анализам у женщины пришли в норму, как у здорового человека. Интенсивное наблюдение за ней продлится еще год. Жидкости нет, там могу сколько хочу пить. Вот. Че? Можем все кушать уже, то есть себя нет, не ограничить ни в чем. Уже это все по-другому. Как? Вот так? Вообще замечательно. Ну, вообще другое ощущение было. Намного лучше, чем было. В апреле 2018 года был дан старт проекту развития трансплантологической помощи в Ульяновской области, который внедряется по инициативе губернатора Сергея Морозова. За это время в БСМП проведено 5 операций по пересадке почки. В планах выйти на новый уровень, показатель 20 операций в год. Лист ожидания по пересадке почки в Ульяновской области сегодня работает. А это значит, что можно не ехать в Самару, Казань, Оренбург и Москву, а прийти на консультацию БСМП и встать на очередь. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.